Уважаемые граждане, просим вас соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Ежедневно полиция и дружинники патрулируют в Самаре места массового скопления людей. Многие забыли о мерах предосторожности. Это привело к значительному росту числа инфицированных. На данный момент мы занимаемся информированием граждан о том, что для противодействия этому распространению необходимо все-таки соблюдать меры, предписанные в постановлении губернатора Самарской области. Режим самоизоляции в городе действует по-прежнему. Хотя прогулки в парках и на набережной разрешены, важно держать дистанцию и не собираться большими компаниями. В регионе число заболевших ковид растет. Причем подавляющее большинство заболевших не из круга ранее зараженных, а обратившиеся в больницу с пневмонией или ОРВИ. Между тем, в парках и на набережной людей много, но все они, как и положено, гуляют небольшими группами. Да, ограничиваю. Стараюсь не стоять близко. Кроме того, городские власти вместе с полицией строго контролируют тех, кто приехал из других регионов и обязаны соблюдать 2-недельный карантин. А также амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией, кто лечится дома. Напомню, штраф за нарушение режима самоизоляции составляет до 30 000 рублей. Мария Елчан, Николай Епифанов, события.